Привет. Очень смешно, Варик. Ты в войс пойдешь или нет? А я статью не очень читал. Какая разница? Я же не статью буду разбирать, а игры. Интерактив. Ну. Даже в интерактиве не будешь участвовать. Привет, Алинари. Еще раз. Интерактив? Да, интерактив со зрителями будет. Я люблю все щупать. Вот, у тебя будет возможность пощупать моими руками игры. Короче, добавляю вас там, как хотите. Спасибо за хост. Я вас добавляю, короче, там видно будет. А сейчас гусь офигеет, как всегда. Алло. Алем, приветик еще раз. Привет. Сейчас народ немножко сбежится. И начнем. Я сейчас все подготовлю, пока раз. Джекил, войс пойдешь? Джекил. Джеки, 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 Джеки. Так, сейчас минутку. За водой две закрою. Хорошо. Я обошел вот. Должен же кто-то оставаться в чате. Очень смешно, Варвара. Ну, как знаешь, захочешь, присоединишься. Спасибо за приглашение, но не могу. А, ладно тогда. Не можешь, так не можешь. Так. Два на два. Действительно. Сейчас я помещал купину. Я лучше в чате поотсвечиваю. Ну ладно. На... Ага. Ну значит, ребята, будете с задержкой интерактивить вместе со мной и Алинари. Я вам буду давать время на всякие эти штуки. Ну тут ссылки, в принципе. Но я так сразу говорю, там звук иногда нужно будет включать, чтобы, так как текст он все равно же никакое качество не передает, а слушать надо. Там некоторые интерактивы вот именно на звуке завязан. Так что как-то так. Привет, маэстро. В войс пойдешь? Али не пойдешь?
Ты с нами или против нас? Не туда. Куда ты там тыкнула? А, тебе на работу, мастер. Понятно. Туда я сну. Ну, типичный Евген, сразу пошлые мысли, да. Отписка. Так, сейчас повещалку кину и начнем, наверное. Что-то все равно уже никто толком не налетит. Потому что там же сраные ждегроды стримят. Никто-то никуда подальше. Да. Угу, девственно. Так. Ну, делаем захват экрана. Мне тут скрывать нечего. Ха-ха-ха-ха. Да не кончат скоро. Тогда пусть сюда текают. Илонор, здорово. Разбирай. Привет. Сейчас будем тут. Так. Так, вижу. Захват был. Аленар, ты видишь, что происходит сейчас на экране? Черный? Ага. Все, захватилось. Вижу. Захватилось все, да? Ну что, тогда начнем. Как и в статичке. Кстати, там обращайте внимание, будет ли там спамить ссылка на нее в чате или не будет. И начнем мы с самого начала. У нас, в принципе, этого будет достаточно. Через нее выйдем на код Веронику. И вот, кстати, сразу вам покажу, как выглядел раньше этот веб-сайт серии резаков, самый ранний. На полное окно я выкручивать не буду, в таком будет. Главное, чтобы это падло... А, блин, извините, это не то. Кто где-то на году пользуется интернет-эксплорером? Филонор, здесь твой юмор неуместен. Некоторые программы, некоторые приложения, которые мы будем разбирать, они работают только через Internet Explorer. Так что не надо тут юморить на эту тему. А, блин, чё я туплю? Вот же есть. Вот же у нас есть. Да, седьмая винда, маэстро. Вообще-то я к ней привык, я с неё слезать не собираюсь. Кстати, вот здесь вот я выкачивал когда-то тему для рабочего стола ко второй, третьей части, как вы можете заметить. Работает это, конечно, сайтик неполноценно, но в целом хотя бы архив работает. Ну теперь погружай. Я, к сожалению, только сейчас доступ к интернету получил, платил только сейчас. Сейчас погрузимся в 2000... Возвращаемся в 2001 год. Собственно, тогда, когда сайт был тут сделан. Evil Code Veronica X. Тебе тоже десятка не очень нравится. Понял. Я еще не родился. На мотор здорово. Ты вовремя. Это что за келебро в шляпе?
Вот, собственно, так вот раньше и выглядели сайтики. Не то, что сейчас какие-то мобильные приложения дурацкие, которые совершенно безвкусные. За задержку с этим, с подгрузками, извините, это все-таки архивные страницы, а не полные. Так что будет немножечко иногда долго. Ты хотел сказать пидор? Нет. Я ничего не хотел сказать. Вот. Включаем дозу ностальгии. Правда, к сожалению, здесь многие вещи просто сейчас не работают. Так что не все будет в первородном виде. Настенька Пудер хвастается всем с домом и квартирами. Бывает. Ясно. Сейчас, ребят, мы начнем. Поскочусь, просмотрю заодно. Я ведь под Вернику играл, когда 4 года мне было. Эх, ну, видишь как. Ну, я так думаю, она тебе понравилась. Так, ладно, это. Так, ладно, если это сейчас не будет работать, то... уже будем переходить к игре, а там уже потом видно будет. Как вам дизайник? Весьма простенький, но со вкусом, как по мне. Ну да, прикольный. Да. Я мало чего помню, когда... Надо бы перепройти ее когда-нибудь. А я ее проходил на стриме. Можешь записи глянуть. Особенно момент в Антарктике, когда я от паука там ссался. Да, ну видно, что косячная все. Ленари очень тихая. Сейчас сделаем погромче. Сейчас можно погромче сделать, потому что это все-таки ни хрена не слышно. Так. Понятно, здесь косяки пошли. Ладно, переходим. Переходим к главному блюду. Первому нашему сегодняшнем списке. Наши сегодняшние писки. Так. Ладно. Извините. Немножечко косячок. Вот так вот сделаем. Мне это, видимо, более старая версия сета, поэтому она некоторые вещи не даете. Я бы сейчас через Тор это все открывал, но Тор он работает зачастую через раз, как бы это иронично не звучало. Поэтому работаем. Ну, грузись-ка. Кстати, если будут вопросы, не стесняйтесь. О, пошел процесс. Что интересно, здесь огручение вот это вот работает. Если ввести... дату рождения, она сохраняется, так или иначе. Ну что, готовы? Это, конечно, не такое веселое.
Скоро суперсилами, как застримлю США-2. Вот как мне сыкотно думать об этом. Но не то, что играть. Ну. Так. По идее, должен сейчас пойти процесс. Блин, я вообще не думал, что браузерам нужно будет какие-то дополнения старые, чтобы оно работало. Обычно достаточно флешплееров обычных. А этот, а здесь нужна другая вещь, от которой давно отказались. Shockwave называется. С этим тоже геморрой, с этим возиться. Вот видите? Двухмерные флешки. Делать, в принципе, здесь так особо нечего. Так, чисто пострелять свою меткость потренировать. И, кстати, обрати внимание, знакомая локация, да? Гараж какой-то, да? Не гараж, лифт. А. Под этой, под военной базой на острове. Мимо. Ну, по крайней мере, здесь узнается тот самый дополнительный режим, который я показывал. Херня какая-то. Да. О, громкий. Кто громкий? Варик. Эти вещи... А, громко теперь. Все в молоко, да. Вот что стрелялки не для меня. Да. Здесь особо... Тут особого этого нету. Какой-то окончательный... Достаточно просто стрелять и все. Как видите, я скажу, что только показывал пистолет. А здесь еще вот есть револьвер, парные пистолеты, пулеметы. И арбалет. Выстрелил в вареника. Здесь шаны сымать нельзя, я бы стрельнул. Ну и последний. Арбалет. Ну это такая вещь, она на любителя, но по крайней мере интересна своей уникальностью. Потому что это в первую вообще флеш-игра официальная, которая выходила по резаку. Особо ценности, конечно, не несет, но в целом достаточно так вот. Ну вот тут инструкции, тут особо ничего нету. Ладно. Я думаю, все понятно. Звука здесь особо нету, только с выстрелом. Да, очень громкие. Да. Но сейчас, но сейчас потише стало. Я надеюсь. Так, с этим ладно, разобрались. Теперь нам хоть во вторую. Двоится? Там просто этот звук этого выстрела улавливает, и я тут еще что-то говорю. Вот и получается, что двоюсь. А, ну я тут уже ничего не могу сделать. Двойная Алинария. Так. А, где наш Outbreak? Да, вот он. Resident Evil Outbreak. К сожалению, вот это вот кануло херота в лету. Извини, Джекил, я тут уже ничего не могу сделать. Начал читать статейку твою. Молодец.
О. Сейчас он закрутит до конца. Вот этот сайт тоже весьма такой интересный. Причем почему-то ко второй части на Outbreak'ов некоторые до сих пор живые, а вот этот убрали вместе со всеми приложениями. Сики. Собственно, вот это вот собственно, само-то приложение, которое... Ну, я сейчас вам покажу, что оно из себя представляет в распотрошенном виде отдельно. Потому что оно как бы нерабочее. Тут только остается, как я тогда и писал, это чисто на догадке все строится. Блин, не знаю, насколько это познавательно. Джекил, если б я писал неплохо, я бы косари отхватывал. Так что мне еще есть куда стремиться. Просто само пошло. Так или иначе, Джекил, начитанность, подвешенный язык тоже играет свою роль. Вот такая вот только вот херобора. Она как бы со звуком здесь все есть, а вот некоторых файлов внутри не хватает. Отдельных. И вот хрен поймешь, что здесь делает. Косарь это рандом. Ну знаешь, иногда хотелось бы тоже, потому что времени и нервов на это тратится много, а мало того, что фидбэка практически ни косари, ни фидбэков. Даже вот от силы кто... Там 2-3 человека от силы вот эти вот репосты кидают и так далее. Но как я понял, вот здесь вот должна пойти... Должна быть карта города Raccoon City, вот этот, с этой вот херовиной, когда должен либо его мониторить, передвигаться и отслеживать уровень заражения. Так вот нихера не понятно, сейчас вот я вам так покажу в потрошенном виде, что оно из себя представляет. Мне тут прятать, как я уже сказал, нечего. Вот, ну, по-моему, да. Весьма полезная штука, она флеш-файлы на раз разбирает. По крайней мере, можно увидеть, я когда-то, вот, когда писал про тот инструмент для создания обоев Marvel Ultimate Alliance, вот я вот там напоролся на этот... нет, стоп, это не то. Вот он. Тут порядка... Порядка 81 изображения, которое, как вы можете заметить, осталось за кадром. То есть здесь это вот какие-то экраны загруза, какие-то вот рабочие варианты кнопок. То есть это, я так понял, здесь вот анимация должна быть с этим, потому что на красного цвета должны становиться. Какие-то непонятные молекулы, какой-то непонятный текст, который наполовину связан, так или иначе, с этим вот анализом, как я понял. И вот, какие-то вот кадры, я так понял, это вот в каком-то одном из экранов вот это должно выскакивать. То есть знакомый глаз Бёркина, этот... Алексия, обычный зомби. Какие-то непонятные отпечатки пальцев. Я не знаю, что она дает. Фигур здесь еще больше получается. Ну, здравствуй, жопа, Новый год, я пришла на елку. Марко у меня банку с водой отжала. Прям оттуда уже. Да. И до банки дорвалась. Но она у нас обычно из-под крана любит пить. Она постоянно в ванну зовет. Требует прям, чтобы ее из-под крана воду включали. Все бака. Вот эти вот штуки вот не видны были. Им нужны какие-то определенные скрипты, чтобы оно работало. Я так понял, вот эти вот
хреновины, которые показывают местоположение, судя по всему, на карте, вот, вот эта вот фигура. Так. Ну, здесь, в принципе, больше делать нечего, потому что тут уже ничего такого не скажешь. Единственное, что хорошо, то, что здесь какие-то коды еще остались внутри, по которым хотя бы можно попытаться откопать какие-то исходники, если там в них есть название. Ну, здесь с этим понятно. Сейчас я в другую. Так. Покажу. Вот это обновленная игра тоже, с ни хера ничего не понятно. С виду еще меньше. Сейчас вот должно загрузиться. С виду еще меньше понятных вещей, а покопавшись внутри, там вообще хрен пойми, что получается. Вот. Здесь вот даже вот экрана интро нету. И вот тут точно так же, вот фиг поймешь, что это, да как вообще. Непонятно управление, непонятно, что здесь вообще делать. Либо это бродилка, либо это какая-то адвенчура, либо опять-таки это какая-то обновленная карта, но на которой там будут отмечаться встречи с противниками и так далее. Здесь вот непонятно, либо имя, которое ты сам сюда вводишь, либо имя героя, за которого ты играешь. Вот здесь вот, собственно, фотография персонажа. Ну это, я так думаю, состояние его, здоровье, либо это. С этими вот людьми надо попытаться связаться. Хорошо, здесь вот эти титры есть. Может, они что могут подсказать? Может, что-то под... Может, у кого-то из них есть штука. Ну, это опять-таки, если начать потрошить его. Вот здесь вот я не знаю. Либо вот это как-то оно за кадром тоже должно появляться. Либо в определенный момент. Вот эти вот зомби там и так далее. Начинаешь копаться вот в изображениях, вот здесь. Вот. А может и не застримиваешься, если что, еще давно даже станциями с бубном пока нормально не получилось запустить и захватить. Ну, бывает. Вот, как мы можем видеть, здесь вот, по крайней мере, три героя, за которых можно играть. Плюс ряд противников, с которыми так или иначе встречаются. Они, это вот у нас зомби. Цербер, вороны, лизуны и паразит G. Но куда интереснее сами вот эти локации, вот эти вот фотки локаций. Потому что, как выясняется, некоторые из них, они из релизных версий тоже были вырезаны. То есть там вот нету пути до больницы, который здесь показан. Вот это вот я не знаю. Вот это я тоже не уверен. Вот отель, с которого, по идее, должна была начинаться игра, его тоже нет. Насчет леса я тоже не помню, вторую часть не играл. Возможно, он там есть. Ну, по крайней мере, зоопарк там точно есть. Так, вот это знакомое место, это город. Бар Джо тоже есть. Так. Сейчас. Одну секунду. Секунду. Вот, вот этого нету. Вот этот уровень вырезали. Порт. В фигурах там вот еще больше всяких штук, как в тот раз. Есть уже такие более детальные. Конечно, можно было отчасти здесь подфотошопить и на готовую эту картинку это все наклеить, но я не знаю, насколько оно канонично. В этом вся проблема. Ну, как-то так. Так, сколько я тут? Я уже трындю.
полчаса. Да, ладно. Я думаю, это немного времени еще займет, так что не парьтесь. Уже? Ага. Господи, тут ничего толком не сказал, уже здрасте. Здравствуй, жопа, Новый год, я пришла на елку. Ладно. Отходим от статики, переходим к динамике. И здесь вот сейчас понадобится, если у тебя будет возможность, лучше включи звук. Потому что там надо будет все слушать и проникаться атмосферой. Чего тебе? Ты ругаешься? Ты ругается еще. Собака такая. Сидит там чуть за спиной, возмущается. Что-то мне не нравится. Да, не говори. Вот. Это самый первый сайт Resident Evil 4. Если первый System Shock, то на мотор. Я тебе так скажу. Раз он на дузбоксе, то играй не на полный экран, а в окне, захватывай сам дузбокс. Потому что там ты на полную не пройдешь, не запустишь. Вот, собственно, вот этот у нас... Point and click adventure, где-то это нужно кликать. И здесь уже начинается самая интересная часть, можно сказать. Потому что здесь у нас уже, можно сказать, своеобразный квест. Вот для доступа у нас доступно, ну, для посещения доступны вот несколько зданий. Ну, этот вот маленький фрагмент той самой деревушки, куда вот по сюжету попадает Леон с точки президента. А вот для самой пущей атмосферы я вот так вот сделаю. Я погашу факелы, потому что... Потому что у нас здесь на фоне начнут атмосферные рычания, особенно если на всю катушку. И тут Алинари... О, какой шикарный Евген. Здравствуй, Настя. Бррр. Да. Чё, Алинари, в какую из первых локаций пойдем? Слева направо. Дом слева, башня... Церквушка или дом справа? Давай в башню. Хорошо. Вопросов нет. Кстати, вот обрати внимание на вот этот вот, на эту пентаграмму. Где моя буська? Да. Какая буська? Ты про чё, Надя? Ага. Так, вот. Хорошо. Теперь смотрим. Вот как видишь, здесь у нас вот каждая локация вот, имеет место взаимодействия в качестве документов. Ну это ладно, это типа ну, стандартные инструкции, которые вот были в игре. Какие-то места посещаются, всякое такое. Рассказывают про всяких секретных персонажей. Там, кстати, сейчас по звуку нормально. А! Где мы? Назвала, подслушай. Хорошо, Надюша. Вот тебе твой поцелуй. Ну, это вот про дополнительный режим рассказывается. Теперь смотрим. Как по-твоему, можно здесь еще что-то сделать или нет? Взять что-нибудь? Ну, взять здесь ничего не получится. Ну, то, что взять можно здесь, это... Все, я довольная ушла. С документами. Вот, посмотрим, допустим, куда-нибудь. Да он дикий, так что я уже убегаю. Останься! Шутка.
Итак, уходим или еще что-то пытаемся здесь сделать? А что тут еще есть? Только вот эти документы и все? Ну, мы можем сделать вот так еще. То, что здесь есть некоторое невидимое взаимодействие. О, ладно, что это... тут из окна? Да. Куда смотрим? Направо, налево? Там в левом окне что-то было. В левом окне? А! Сейчас. Налево давай. Налево? Угу. Окей. Что-нибудь видишь? Угу. Так, на крыше что-то блестит. Опа. Так, подбираем. Что у нас тут? Один фрагмент ключа. Ну, скажем так, здесь больше делать нечего. Куда дальше идем? В домик влево, домик вправо, церковушка. Домик справа. Окей. Так. С чем взаимодействуем из предметов, на твой взгляд? А что в коробе? В этом? В блестящем? Нет, который с... слева на столике. Ничего. Еще. Что еще хочешь проверить? Дверь какая-то страшновато проверять. Вдруг там кто-то есть. Прям трясется. Так. Я жду. Давай, тут чемодан. Чемодан? Хорошо. Тут у нас инструкция про торговца. Про оружие. И т.д. и т.п. Дальше. С чем еще будем взаимодействовать? Или дальше идем? Есть из двери что-нибудь? Хорошо. И. О, нашлась. Угу, это она так долбилась. Это понятно. Господи, как она мерзко пищит. Что, здесь проверяем? Машинка. Ну, машинка это самая очевидная. А это что там за бумага висит? Да, я сейчас ее показывал. А, инструкция? Да. Он с ней делает. Не знаю. Еще какие-нибудь варианты будут или уходим? Ну так, осмотри просто помещение. Ни на что глаз больше не бросает, не кидается. А что это за короб? Какой короб? Это просто декорация. Ладно, не буду томить. Уходим, здесь больше ничего и нету. Правда, есть недостаток то, что здесь сразу все на место возвращается. Что-нибудь будем еще здесь усматривать? Что-нибудь на твой глаз... Уходим, да? Это бочка. Почка. Бочка. Метка. И что у нас есть? У нас есть... второй фрагмент ключа. Куда топаем дальше?
Ушли. Слышишь меня? Не получается в церковушку пойти, потому что нам закрыто. Нужен для этого ключ. А для этого нам нужно еще 3 фрагмента. Значит, нам остался домик. Домик слева. Но как пугающе. Ну да, особенно когда тут вой со всех сторон. Ага. Так. Что теперь? Осматриваем. Давай, буду ждать. Просто внимательно смотри помещение. Чему твой глаз цепляется? Не дверь, так же автор трясется. Что? Не дверь, так же шкаф трясется. То есть, ты хочешь взаимодействовать со шкафом, да? Да. А, это про напарника Леона? Она не напарница, она... Выдохни, если страшно. То есть, вдохни, я не знаю, как это правильно. Короче, ты готова к опасности? Да. Это не напарница Леона, ее нужно искать было по игре. Оп. Оп. Опа. И опа. Что у нас тут? Опа. Еще один фрагментик. Что еще? С чем еще взаимодействовать? Есть желание. Лампа на столе. Лампа? Вот это? Нет, которая на столе. Там стоит. Или что это там? Это кастрюля. А. С ней хочешь взаимодействовать? Да. Хорошо. Ничего. Алинари. И что у нас тут? Опа. У нас остался еще один. А где же он? Где же этот кусочек? Кстати, вот эта вот игрушка, все бы хорошо, если бы она не мигала. Ну, не мигали бы вот эти вот некоторые активные предметы, с которыми можно взаимодействовать. Наймник, здорово. Что-нибудь еще? Хочешь здесь проверить или идем дальше? А это что за фиговина в шкафу? Уидриган. Да. Инструкция, текст. А, что-нибудь еще в глаза бросается? Или есть же... Можно подняться? Опа. Пойдем. Хорошо. Внезапно. Блин. И что у нас здесь? Что осматриваем? Какую часть места? Сейчас был внезапно. Да. Да. Что осматриваем? Походу опять. Еще один фрагмент. Он светится аж. Где? Слева, справа? На полке справа. На полке справа? Хорошо. На полках. Опа. И у нас что? Мы выполнили квест. Поаплодируем, Алинари. Что-нибудь еще? Давно сидите? Так где-то с полчаса. Ну что, ты готова идти в церковушку? Да. И каяться. Покайся во грехе! Что же у нас тут в церквушке-то делается, интересно?
Ты подожди, у меня сейчас не задержка. Пошло. А что у нас тут в церквушке-то? А в церквушке у нас тут... О, дорогой, что ли, этот? Угу. А что с ним можно сделать? И сказать, что у него можно взять? А вот чё. Благодаря тому, что сейчас Алинари выполнила квест, такой незамысловатый, теперь появилась возможность качнуть отсюда целых 5 вариантов обоев для рабочего стола. Причем в 3 различных разрешениях. Вот у нас тут. Мне еще не так страшно. Так что нормально. Вот у нас тут вот есть такие. Есть такой. Есть такой. Есть такой. И есть такой. Не бойтесь, их когда-нибудь. Я их так или иначе в группе собираюсь выкладывать. Ну, по крайней мере, раз если он тут ради интереса. Все, расчехляем. У нас тут на пол экрана всем известная сучка в красном. И как по мне, это самый удачный ее дизайн из всех. Именно с 4 и в этом. В мультсериале Damnation. Проклятие. Итак. И она мне это умереть и запомнилась. В этом красном длиннющем платье. Угу. Ну да. Адочка. Это у нас Джек Краузер. Откуда я знаю ее имя? Суровый дядь. Хотя, как по мне, я вообще думал, что это Михаил. Из 3-й части. Хотя, учитывая то, что его там в трамвае гранатой размазало, он по-любому выжить там не мог. И такое у нас. Такая вот обоина. Правда, не все тут могут сохраниться. А, Леончик, красавчик тоже. Ничего не скажешь. Но как тебе в целом игрушка? Хоть она такая и не рандомная, но... Вот я вот поэтому и начал эту байду расписывать, потому что такого интерактива сейчас нигде нету. Сейчас они все забили давно его на него. Козявки. Да не говори. Это у нас Эшли Грэхам, как бздеться на ушастая. Тибуровку. Так, ладно. Что, переходим дальше? Так, сейчас, подожди. Ага. Так, сейчас. Одну секунду. Всё. Угу. Так, наверное, поменьше сейчас грехами, не знаю, как тут. Так, сейчас я немножко здесь перенастрою, чтобы оно побыстрее начало выскакивать. Или я не знаю, какого хрена оно не работает. Так, давайте, ладно, до 15 сократим. Пусть будет. Ну, заодно посмотрите, как с этими... Как это все это с ботами делается. Так, что, продолжим? Готово к остальному новому заходу. Угу. И у нас опять на повестке 4-я часть, но версии для Nintendo Wii. То есть самое. Тут тоже надо звук включать? Да. Но здесь не ради того, чтобы пугаться, а ради того, чтобы решать головоломку.
незамысловатую, ну, не скажу, как это головоломка, я даже не знаю, как это сказать. И у нас остается всего какие-то три несчастные игры. Всего три, мать их в сраку. Всего-то. Ну, совсем пусечка, совсем писечка. Прямо совсем. И потом, я не знаю, если кто-нибудь... Феникс, ты потом пойдешь в НФС-ку или не пойдешь? Я не знаю. Блин, маэстро не может. Ну, на работе. Ну, давай уже грузись. Вообще, весьма обидно, вот, опять-таки, что сайты, они убивают свои. Так, не понял. Пардон. Извините. Можно, но ненадолго, если. Ну, Феникс, я сейчас уже скоро закончу. Тут у нас небольшой интерактив. Давай, грузися, сися. Типичный Евген. Да. Ну, грузись. Ну, ехай. Тюре Мэдисона. Несколько таких проблем бывает. Вот. И что еще плохо, то, что вот этот веб-архив, через который у нас сохранялки, вот эти вот сохраненные страницы открываются, он очень плохо идет. Он в России, по-моему, вообще заблокирован. И вот без лишних браузеров невозможно запустить. Что весьма удручает по мне. Алло? Что? Веб-архив, что ли, имеешь в виду? Да. Эта собака плохо работает. Ну, по крайней мере, у нас она почему-то через раз блокируется. Хотя весьма штука полезная. Потому что именно благодаря нему я смог. Именно благодаря этой вот хреноте я смог многие вещи выкачивать из, ну, для своих подгонов типичных, так как половина из них пожаты, пережаты бывают. Ладно, сейчас будут выеживаться, мы сразу тогда пойдем на мини-игру. Потому что там в смысле на сайте ничего делать особо нечего. Наверное, инфакта доверили. Нет. Ладно, давайте так сразу пойдем. А то это сейчас это долгая история. Так, дегроды закончили. Где все? Я не понял. Опять. Так. Сейчас загрузится. Подождите. Извините за такие задержки, но это, как говорится, вина уже провайдеров и цензуров всяких гадких. Чё, Ленчик, тебе полегчало хоть немного? Сам себя рекомендуешь? Ай, нехорошо. Да. Да я вообще не понимаю, как этот Twitch работает. Он то меня троллит постоянно рекламе всяких сиджанутых личностей, то меня самого себя. Я не знаю, как это работает. Ну
блин, ну грызись, я тебя прошу. Бахнул цитрамоной, фильтром мсти. Цитрамон? О, здравствуй, жопа, Новый год, я пришла на елку. Чё за говно? Почему? Что такое? Сейчас, один момент. Сейчас. Сейчас мы эту тварь дожмем. Раньше все работало нормально, сейчас что-то начал выеживаться. Себак такая. Ну, бывает иногда. Весьма. Весьма не очень хорошо. Хотя мы можем сделать и так вот, ладно. Тихо-т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 ихо
А куда тянется такой молодой? Та-т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 а. Блин. Давай. Извините за такие пердебобили. О, господи, опять это шалава стримит. Амаратная. Так, сейчас. И, конечно, по идее, чисто логически можно было вообще эту хероту, блин, просто отдельно сохранить уже в виде архивов. И уже готовы страницы там уже копаться. Но это несколько геморно, к сожалению. Так. Ну, сейчас с Тором будет понятно, он, как всегда, начнет в Академии. О, все, пошел процесс. Ты готова? Да. Сейчас он нормально загрузится. Да, этот у нас что-то выеживается тоже, как всегда. В общем, дело тут такое. Кстати, слушай, тут нужно будет слушать. Готово? Да. И вот теперь вот сейчас вот был звук выстрела, вот теперь вот смотрим, что у нас здесь есть. Маузер, каратель, Блэктейл. Феникс, я тебе объясняю еще раз. Интернет Эксплорер единственный из всех браузеров, который нормально запускает вот эти вот страницы. Блэктейл, Матильда, Снайперка, ну, короче, назовем это Магнум, пистолет-пулемет. Томпсон, ракетница, это херовина, которая извлекает ПРЛ-412, это херота, которая запускает, ну, этих паразитов убивает, ну и гранаты. Феникс, даже если ты это сможешь запустить, вот это вот приложение, которое у меня сейчас работает, не значит, что остальные заработают, потому что некоторым нужен Adobe Shockwave, а он в Firefox не работает, в части других браузеров. И к твоему сведению, этот веб-архив, он хреново работает. Так, я не знаю, куда-нибудь запиши название. Здесь? Алина, у тебя есть такая бумажка с собой? Так, минутку. Есть. Запиши, короче, давай так.
сразу запиши. Первый этот Маузер. Каратель. Есть? Так, дальше. Маузер, каратель есть, да? Ага. Блэктейл. Дальше. Матильда. Так. Снайперка. Она переработает? Хорошо, ясно. Есть, да? Угу. Ай, забыл. Ну, короче, назовем это Магнум. Дальше. Она, во-во, Киллер 7 он называется. Потом пистолет-пулемет. Томпсон. Ракетница. Так. ПРЛ-412. Игра. ПРЛ-412 и гранаты. Записала? Все? М? И все? Да. Стрим в стриме для стрима. И стримом погоняет, да. Хорошо, я вот так вот сделаю. Найти вам тянку. Расчехляем. Так, теперь поехали. Еще раз звук готова ты услышать? Да. Что из этого, по-твоему? Какой ствол? На твой взгляд. Рокса, здорово. Такая Матильда может. Матильда? Проверяем. Ня. Еще. Киллер 7. Киллер 7, так, давай посмотрим. Браво. Готово дальше? Слушайте. Угу. Да, кстати, Роксус это новую статику вывалил. Маузер. Давай посмотрим. Маузер, да? Великолепно. И, кстати, обрати внимание, что, как и положено, как и говорится, в вышедшей четверке, каждый ствол занимает определенное количество ячеек. То есть, это предмет, это предмет. Это не один слотик. Там, не два в некоторых случаях, а вот именно там. У каждого предмета есть свои габариты. Готово дальше? Да. Сейчас зайдет. Угу. ПП. Пистолет-пулемет. Давай посмотрим. Ня. Томпсон. Что? Томпсон. Mm-mm.
Даже нет. Или тоже мимо? Не он. Думаю, еще это достаточно просто. Поверь мне на слово. Я вообще не звезд, то что... Ну, по крайней мере... Ну, по крайней мере, что тебе вот на ум приходит? Но близко. Матильду проверяли? Матильду? Нет, но ты абсолютно права. Это Матильда. Готова дальше или продолжаю, или идем дальше? Азарт появился, не появился? Появился. Ой, иногда да, звук в уши долбится, а жутко на душе. Так, дальше, так, давай, хорошо. Сейчас до меня задержка дойдет. Так. Каратель? Нет? Сейчас посмотрим. Ня. Конечно, здесь варианты бесконечные. Снайперка? Ай! Что? Снайперка? Да. А, блин, это не снайперка, это был дробовик. Дробовик? Да, я что-то слепошары перепутал. Ну да, ладно. Мы считаем, что... Ну, угадали, можно сказать. Я забыл, что здесь дробовик еще есть. Что это сейчас было, по-твоему? Ракетница. Давай посмотрим. Ня. Гранат. А если гранаты? Да. Кто хотел хоррор стрима? Вот вам, пожалуйста, я спугаю вас звуком. Хе-хе-хе-хе. Готово дальше? Совсем чуть-чуть. Готово? Да. Угу. Каратель? Дальше. 312. Да, посмотрим. Блэктейл. Блэктейл, да? Это мило. А если дома?
Да, посмотрим. Ня. Что-то нет? Как ни странно, да. Но хотя звук у него был как больше как у какой-то снайперки. Ракетница с оптическим прицелом. Так, чуть-чуть осталось. У нас тут викторина ненадолго затянется, не переживайте. Что сейчас это вот было? Ай, сейчас дойдет до меня. Такой хлесткий звук сейчас был. Либо пистолет-пулемет, либо Томпсон. Ну что из них? Первое что? Пистолет-пулемет берешь? Да. Второе Томпсон. Да? А-а. Тоже я. Что ж такое? Да. Каратель? Яблочко. Итого у нас осталось всего пара стволов. Да, как обычно было. Сейчас до меня задержка дойдет. Да-да. Так. Томпсон. А. Мимо. Ага. Значит, пистолет пулемет. Нет? Yes, yes. Поехали дальше. Осталось всего парочка стволов всего лишь. Блэктейл, хорошо. Яблочко. И что у нас тут осталось? И осталось у нас всего два штуки. Сейчас посмотрим. Yes. Ну и последний. Томпсон остался последний. Куда уж слушать-то? Ну да, хотя бы, ну хотя бы услышишь, как он звучит. Еще. Да. И в итоге вот у нас бонус какой? А бонус это у нас код для JavaScript, который добавляет в браузер как одну анимированную херобору. Ну, типа рекламную. Ну, как тебе? Ну, такое... Как говорится, не знаю, ну, на логику это глупо говорить, не знаю, скорее как на смекалку, может быть. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Я и сама не знаю. Почти будет это больше на знание стволов, чем... Ну, это да. Ну, все равно, так или иначе, смекалка работает, потому что так... Ты-то смотришь на вот эти вот пушки, все равно там, ну, допустим, это так говорю, то, что там
так или иначе ощущается там, ну, как на вид ощущается эта мощь, как этот звук может быть, по идее, в этом плане. Так, вот сейчас мы этот код посмотрим, сейчас я вам его детально покажу. Сейчас нормально у меня заработает. Я вот до этого, в принципе, запускал, потому что как вы там могли заметить в статейке. А, ну хотя, видишь, еще с другой стороны, как я это правильно подметил в работе, этот, то, что здесь уже больше еще играет роль память, то есть насколько человек может узнать тот или иной ствол. Я и говорю, это больше как больше на знание. Ну да. Так, сейчас оно должно. Сейчас этот код должен запуститься. Сейчас. Не запуститься, а как он называется? Господи. И надо было его отдельно тупо сохранить. Я чуть не подумал. Сейчас бы уже давно так впендюрил его. Ну, мне кажется, это не суть важно. Я просто вам так покажу. Я вот представляю, как ретро-реквизщики будут играть в System Shock 2, когда до них дойдет столько патчей, столько модов, так далее устанавливать. Если один на клик можно было установить, я потерял бы надежду застримить. System Shock, ну, бывает, бывает. Сейчас еще раз попробую все-таки запустить эту байду через Tor-браузер, может быть, она нормально. Да, не пугай так. Что там, кит? Кто там? Кошка. Понятно. Кошка там тыкает лапы, куда не просит. Не тыкает, а сидит на тренажере и на нем чешет. А чего он весь такой звук издает? Да, я слышал, что он там замяукал. Знакомый... Знакомая ситуация, да? Так, ладно, это не суть важно все-таки, ладно. Потом как-нибудь вам этот код покажу. Да, сейчас вот хорошо, давайте так вот сделаем. Сейчас вам просто скриншот вмажу. В таком статейке показан. Да и опять ни одного коммента. Так, сейчас, где он тут? Где эта пуська? А, вот. А, в увеличенном виде. Вот, видишь, справа вот этот. То есть вот здесь вот эти вот молекулы, они там будут просто двигаться и так или иначе меняться. То есть он, как говорится, никакой такой смысловой нагрузки не несет. Это просто вот ты в какой-нибудь сайт себе код вот этот добавляешь, и он у тебя будет выскакивать. В качестве там рекламы какой-нибудь, не типа того. И, кстати, блин, вот что-то действительно обидно, что почему меня до сих пор бот не спамит ссылку на статью. Падла такая. Так, ладно, переходим дальше. И осталось всего две игры. Всего две. Две, понимаете, две всего. Кошмар. И вот этот сайт полумертвый у нас, к сожалению. Но он тоже уникальный. Потому что, как я говорил, то, что это именно епошки. Все-таки игра своего поколения, она, наверное, в таком виде должна оставаться. Там придется ждать ремейков. Ну да. Но тут звук постольку-поскольку нужен. Но если хочешь проникнуться в атмосферу и попугаться, то можешь включать. А там уже как хочешь. Просто здесь музыка достаточно такая прикольная. Атмосферненькая. Может быть понравится звук ее места. Чивески. Впереди. Красавчик. Обожаю. Слышно? Алло? Слышно или нет?
Ну-ка, да, что, пробовать начал. А сейчас нормально? Да. Ага. Хорошо. Ну что, готово по стрелушкам? Это тоже звук надо, нет? Ну, если лучше проникнуться атмосферой, то можешь лучше. Так не обязательно. Так. Алло, алло. Хорошо, хорошо. Пропал. Опять пропал? А сейчас на месте? Ну сейчас нормально, просто... Так. Ау. А, тут я, тут. Да-да. Там звук громкий, да? Да, верно. Вот он. Тут цель из разных стволов палить. Тренироваться. На пару фрагов тик. Что тут в итоге получается? Хотя она здесь есть. А? Страшно. Как выскочить? Представь, что вы у меня, если бы у меня сейчас наушники были на полную катушку. Потому что он еще там рычит же. О, какая красивая обоина. И причем эксклюзивная именно для этого сайта. С Альбертом Бескином. О, не могу побожить. И, кстати, здесь вот две локации есть. Можно... Что-что? Я что говорю, здесь две локации есть. Есть поезд, а есть поместье Спенсера из первой части. И, кстати, здесь можно вот... Как раз таки здесь идет инструкция, как пользоваться этими контроллерами. Вот, кстати, вот, этот, вот эта игра, она является рисовым шутером. То есть персонаж здесь сам двигается, но в целом... В целом успевать двигаться. Еще вот идет анимированный запах. К сожалению, здесь обоина одна и та же. Связана с Вескером. Ну чё? Ну, на принципе, да, и по-моему, это самое быстрое. Мне. Но в целом выглядит он весьма неплохо, по мне. Так, ну, Internet Explorer мне больше не понадобится. Что мы его смело вырубаем. И переходим к последней игре нашей сегодняшней истории. Собственно, ради чего я все это и затеял. Сейчас. Что? А, да тебе ролики дошли. Нет. Просто я просто. Что? Своего голоса испугалась. Своего голоса испугалась? Бывает. Своего, просто как... А, понятно. Но здесь можно без... Последнюю можно без звука уже играть. Ну, по крайней мере, здесь ничего такого нет. Здесь это чисто рельсовый тир. То есть, и вот что мне здесь нравится, то, что они решили сделать, отрендерить вот именно материал из, именно из игры. То есть ты, получается, взаимодействуешь, ну, как ты играешь с использованием ролика.
такой же рельсовый шутер получается. Опробовала как раз вот это. А, ты играла в нее, да? Ну, после твоей статьи как раз. Ага. Ну, согласись, весьма интересный подход. Да. И при этом, как говорится, это единственный легальный способ пекарям сыграть в нее. Потому что она выходила только на Nintendo Wii, и потом было HD-переиздание на PlayStation 3. Ну чё, начнём, наверное, со второй части. Как раз уж по порядку идёт. А тебе как раз кто не видел? Хоть покажу, чё она из себя представляет. Ну, здесь пугаться нечего. Разве что могли бы сюда отрендеренных пауков включить. Шнота как. Главная задача, как ты говорил, нужно побольше фрагов набить. За качество на экране тут извиняется. Это такой браузер. Ну, то есть это то, как оно в браузере выглядит. Короче. Все бы ничего, если здесь еще замба... Немножко модельки с модельками поработали. Было бы здорово. Ну и в игре, естественно, еще куда сложнее, их там еще больше. Потому что я играл на эмуляторе. Hello? Ага. Я слышу. Не слышно? Ну, чё-то пропадаешь. Пропадаю? Странно. Ну, сейчас нормально. Ну, и мы, по идее, прошли первую главу. Кастрировано, конечно, но тем не менее бонус у нас открылся. Что же у нас здесь? Ой, какие у нас тут обои красивые. Сквер, Леоном. Даже вот да, мобилочки есть. Красота. Хотя нет, мне вот это больше нравится. Здесь Клэр. Боль... Тут Клэр. Тут Клэр хотя бы на Клэр похожа. Не то что-то то создание из этой. Из ремейков. Мадок за 300. Вторая глава. И все в чате молчат, как не знаю чё. Кошмар. Ваш пекаш. Там ужас ужасно. Поехали. What's happening on this island? Код Вероника X. От первого лица. А, ты сказать, код Вероника. Я чуть немножко погорячился. Здесь именно оригинальный
Тут говорится, от первого лица идет именно оригинальная версия. Там, где нету расширенной сюжетки с Уэскер. Кстати, когда-нибудь я до стрима этой части доберусь. Потому что... Она будет тормозить. Хорошо было бы, если бы не ремастер на ПК, а все-таки выпустили. Увы. Конечно, они тут немножко, блин, на сценарий перекособочили конкретно так. Но в целом суть осталась прежней. Многих нюансов. Опять недовольная? Да нет, это про зомби просто нанял. Зомби с напал, и еще чуть-чуть я бы ему в табло бы вмазал. То есть, либо он мне в табло вмазал. Очень сильно они на фоне все-таки отличаются. Что у нас? Что у нас тут в поместье Эшфордов? Алло? Ага, я тут. Прошли. Что у нас тут за бонусы опять? Посмотрим. Пуэр такая. Вот это, по-моему, более эффектно смотрится. По крайней мере, не тупо, как какой-нибудь скриншот. И, по крайней мере, здесь нахуй какая ни на есть меланха. Так, поехали. Последний сценарий. Сейчас покатаемся чутка. Я долго не буду гонять, потому что мы что-нибудь позаниматься решим. Покумекать над новым проектом. Кстати, в игре вот этот сюжет является первым. Это потом Леон начинает Краузеру уже рассказывать, как он докатился до жизни такой, и то, что он знает, как бороться с этими мертвяками. What? Something's not right with this guy. Еще чуть-чуть, и было бы... И было бы не очень хорошо. That's our guide. What happened? That girl... Girl? What girl? She brought devils to this village. She escaped from
Hoyer's mansion. I enter. But then she... Кстати, здесь самые долгие катсцены всех эпизодов. Кстати, с липсинком у них вечная проблема была в игре. Они как-то странно говорят, получается. Sacred snakes traffic organs on the black market. Could have something to do with one of them, yeah. According to our report, there was no conclusive evidence linking the two, but I think we'll need to track down that girl to find out for sure. Well, now that our guide is dead, she could be our only chance to find Javier's mansion. There should be a boat over by the church. Let's check it out. Обед. What was that? Where's the body? Все, свистнули, да? Mm-hmm. Сожрали. Помнить, надо подключать тоже, которые могут за раз заглотить полностью персонажа. Вообще, по идее, схватка с боссом должна быть. Крутые завезли даже во флеш-игру. Офигеть. Дожились. А в прошлый раз я промазал, однако. Крутые-то. Ну, здесь все одно. Алло. Опять пропал, что ли? Ну, прерывисто. Кошмар. Ужас. Да нагрузка идет просто. Офигенная нагрузка. Нагрузка браузера на стрим. Дожился бы. Как-то странно, Леон дергается, однако, когда смотрит на нее. Шутки за 300. Опять. И что у нас тут? Или что, я не знаю. И вот у нас тут... что? Браузер. В обоинах. И... еще одна обоина с Леоном Клаузером, дочкой Хавьера и Савик Хавьера. Ну, я думаю, что с этой штукой мы разобрались. К катушкам готовы? А, правда, не сильно долго. А, ну и как в целом-то сейчас вот пока, чтобы... Алло? Ага. Что было сейчас? Я говорю, пока я стрим не заменил, как раз вы знаете. Ну то, что прикольно, это да. Поэтому это мне штука и поэтому это деду нравится. Как бы сейчас Гусь сказал. Так, чем у меня с нагрузкой-то? Сейчас посмотрим. Не знаю, как сейчас там будет тупить еще и НФС, блин. Смотрите, 76%. Кошмар. Кстати, сколько я сейчас всего здесь? Время. Время. Час 40. Час 40 мусолить пару флеш-игр. Это вообще законно? Это вообще кошмар. Так, ладно, сейчас я переименую трансляцию. Не разбегайтесь, ребят. Я запущу пока. Давай.
А, блин. Что такое? Тут возникает вопрос, как сейчас... Если сейчас Феникса сейчас не будет, или кого-то из хостов, мы, блин, друг к другу сейчас не подсоединимся. Я же забыл, вспомни то, что это говно так же на... Ну, рыбак, да. Да. Фень, ты здесь? Так что пока погоди. Надо будет либо это как-нибудь на потом перенести, чтобы уж точно. Тем более, что сейчас половина у Шимоды сидит. А, Варик, ты здесь? Ты с нами? Варик. Варик, ты кататься будешь, не будешь? Потому что иначе мы тут сейчас не подсосемся. Мне забавно было, спасибо, Женя, я спать. Спокойной ночи, парношных. Да, хорошо. Ну, значит, будем втроем пока меситься. Так, ты с какого аккаунта будешь, Вареник? Со своего или не со своего? Ты сейчас опять... Что, с которого в прошлый раз был или нет? Не знаю, наверное. А, ну да, та же самая НФСК. Подпишись. Так, ладно, давайте я сейчас переменю трансляцию, не забегайтесь. Так, сейчас. Да, все, я понял. Хорошо. Сейчас не разбегайтесь.